Здравствуйте, дорогие друзья! На праздничный стол из самых простых продуктов готовлю очень вкусную и оригинальную закуску. Для приготовления закуски потребуется салат. У меня это салат айсберг, помидоры, любая ветчина, колбаса, салями, лук, оливки и вот такой сыр. Он у нас называется Baby Bell. Разрезаю этот сыр на две части. Кладу кусочек салата. Сверху лучок. Сворачиваю ветчину. Сверху кусочек помидорчика. На шпажку накалываю оливку. Беру вторую часть. Накрываю и прокалываю. Такую закуску можно подать на любой праздничный стол. Благодарю, что смотрели мое видео. Если вам понравился рецепт, поделитесь им со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал и до новых видео. Всем пока-пока!